явный лидер, это, естественно, был Бражников. Вторым лидером был Некрасов. От меня требовали, значит, деньги. Их действия представляли собой пытки. Я лично ни в кого не пытал, не бил, не стязался, ни в кого не стрелял. Я не маньяк, я никого не убивал. Боялись панические матросы из-за его жесткости. К матросу есть вопросы. Так решили силовики Воронежской области нанесли удар по криминальному клану. Александр Бражников по кличке Матрос, в прошлом спецназовец, возглавлял мощную преступную группировку, на счету которой 11 убийств. Бандиты открыли охоту на предпринимателей и состоятельных чиновников. Их похищали, пытали, забирали деньги и драгоценности. А особняки влиятельных бизнесменов обстреливали с гранатометов. Почему целых 4 года правоохранительные органы не могли поймать Матроса и его сообщников? Как случай помог милиционерам обезвредить самую жестокую и кровожадную группировку в Воронежской области? Мы взялись за это дело, и это будет «Честный детектив». Вместе со мной расследование ведет журналист Руслан Насыпов. В дом пенсионеров Изотовых налетчики ворвались поздним вечером. Одна группа головорезов искала тайник с деньгами, другая принялась с пристрастием допрашивать испуганных супругов. Меня заставили лечь лицом вниз на койку, а жену лицом на колени, лицом в подушку. Ну, в общем, заставили ее лечь. И начали меня избивать. От меня требовали, значит, деньги, те, которые якобы сын должен кому-то. Главарь налетчиков Александр Бражников по кличке Матрос по информации наводчиков знал, что сын Изотовых прятал деньги в деревенском доме родителей. На то, что пенсионеры добровольно расскажут об этом и покажут, где спрятаны купюры, Бражников не рассчитывал. Поэтому и приказал своим головорезам применить пытки к пожилым людям. Наживую я не помню, чем мне уже они отрезали. Топориком маленьким или ножом, или там чем. Хотя ножом хвастались перед лицом. Вот. Подбородок мне надрезали. Вот. И наживую отрезали мне палец на левой руке, прям... Хвастались. Вот. Жену тоже продолжали бить. Жену продолжали бить в комнате. Она плакала, значит, у ней было очень сильное сотрясение мозга. Пробита в трех местах голова. В общем, она была почти при смерти тоже. Истекающего кровью Эдуарда Изотова душегубы пытали несколько часов. Применяли всевозможные изощренные способы пыток, в том числе и раскаленным паяльником, которым тыкали в лицо старикам. Изотовы кричали от боли, умоляли о пощаде и клялись, что не знают, где деньги. Но слезами и уговорами преступную группировку, больше похожую на карательный отряд СС, было не остановить. Налетчики продолжали пытать родителей воронежского предпринимателя. Главарь Бражников не верил Изотовым и требовал показать, где находится тайник. Без добычи подчиненные матросы никогда не уходили. Недалеко от дома пенсионеров Изотовых вооруженные налетчики неосмотрительно бросили свою иномарку. На дорогой автомобиль случайно обратили внимание замначальника Масловского отделения милиции Николай Самохин и его коллеги Сергей Семенов и Евгений Лобанов. Они, как обычно, поздно вечером объезжали территорию своего района в поисках воров крупного рогатого скота, которые орудовали в этих местах и терроризировали крестьян. Во время очередного патрулирования оперативники и наткнулись на незнакомую иномарку. На всякий случай одно колесо спустили. Затем сыщики спрятались в кустах и решили дождаться владельцев дорогой машины. Надо отметить, чутье милиционеров не подвело. Ну,
то есть уже было мне странным. Почему странным? Возможно, люди приехали что-то совершить. Я сразу же пробил, позвонил в дежурку и проверил, значит, на принадлежность данный автомобиль, на хозяина, кому принадлежит, не выгонили. И вижу такую картину. Подходит человек, ну, шапочка у него, знаете, как вот у спецназа, шапочка скатана. Вот. И на груди вот здесь вот у него, ну, на шее висит автомат. Ну и задерживаем там двоих. У одного была на голове маска. Когда в ходе досмотра автомашины, там были обнаружены патроны от автоматов, биты, паяльник, калоши, схема дома, где было совершено разбойное нападение. Так, вместо воришек-скотокрадов в руки сотрудников Масловского отделения милиции попались матерые головорезы Андрей Чебряков и Евгений Струков. Остальные же сообщники в тот момент успели скрыться. Незапланированным отступлением командовал главарь банды Александр Бражников по кличке Матрос. Он не решился вступать в бой с местными оперативниками. Супругам Изотовым вовремя была оказана медицинская помощь. Обожженных, истекающих кровью пенсионеров нашли в подвале собственного дома, где бандиты бросили их умирать. Обнаруженный поселковым нарядом милиции подозрительный автомобиль, как оказалось, принадлежал главарю самой мощной и кровожадной группировки Воронежской области Александру Бражникову. В прошлом он служил в спецназе. Все свои навыки и знания, полученные в армии, умело использовал в криминальных целях. Среди лидеров местного преступного мира Бражников был больше известен под кличкой «Матрос». Его автомобиль всегда был забит оружием, боеприпасами, металлическими прутьями и милицейской формой. Бражников – это достаточно, скажем так, сильная фигура для преступного мира. Его бы, может быть, его таланты и его вот, силу вот этого характера на благие намерения, может, он какой-нибудь непрогресс даже мог бы построить. С мудростью и опытностью Бражников набирал или впитывал в себя качество такого вот, ну, злого человека, вот, недоверчивого. Постепенно это приводило к его вот, к такому вот, к жестокости. И, соответственно, вот и действия такие же он и требовал от членов банды, вот такой же неукоснительной подчиненности, жестокости при совершении преступлений. Задержанные около дома пенсионеров Изотовых гангстеры Андрей Чебряков и Евгений Струков охотно и подробно рассказали о своем главаре, а также назвали имена и фамилии других участников ОПГ. После этого в городе были проведены спецоперации при участии бойцов спецназа областного ГУВД. В итоге были задержаны особо опасные преступники, которых уже давно разыскивали. В их числе оказался и сам Александр Бражников. Так была ликвидирована банда «Матроса». Оказавшись в СИЗО, лидер группировки заявил, что не будет сотрудничать со следствием. На вопросы оперативников не отвечал. Да и со съемочной группой честного детектива Матрос тоже был немногословен. Он, не стесняясь в выражениях, дал оценку работе следствия. Себя виновным Матрос, конечно же, не считает. С какого хуя я должен ответить, если дед Зоня меня обвинили? Ты не убивал, что ли? Нет, конечно! То есть вот это все поклёп, то есть, да? Конечно, это заказ. Перестреляй, за какой хуй? Так подожди, то есть, значит, и не было никаких там выстрелов из гранатомета там в центре города, да? Там? Смотри. Ну. Смотри. Ну. Видишь? И что? Что? И что? Меня стреляли, заказ не выполнен, я остался жив. И вот теперь так разбираются. Вот таким макаром. Понял? Как нам показалось, Матрос умеет работать на публику, каждый раз придумывая все новые и новые истории из своей криминальной жизни. Но выражаться без нецензурной брани ему удается с большим трудом.
Ответить на вопрос, зачем нужно было так жестоко убивать людей, матрос так и не смог. Он попросил конвоиров срочно отвезти его обратно в камеру. Как удалось установить следствию, все стратегические решения в банде принимал только Александр Бражников. Все эти годы его надежным и верным заместителем был некий Александр Некрасов по кличке Бекас. На матроса, не покладая рук, трудился и профессиональный киллер Александр Клевцов. За безопасность группы головорезов, по мнению следствия, отвечал бывший сотрудник воронежской милиции Эдуард Серов. Он же являлся и разработчиком некоторых вооруженных налетов на дома состоятельных и влиятельных людей региона. У Бражникова был личный водитель Сергей Фролов. Он много видел и много чего слышал. А вот Некрасова возил верный друг и помощник, побывавший вместе с ним на всех преступлениях, Евгений Струков. В общем, это и есть основной костяк банды матроса. Остальные же сообщники – Андрей Чебряков, Николай Русин, Алексей Черных, Виктор Стороженко – привлекались к карательным операциям по мере необходимости. До ареста не дожили два верных бойца Бражникова – Евгений Магомедов, он был убит во время побега из суда на Украине, и Алексей Трибунских. С последним разобрался сам главарь. Бражников не пил, не курил, занимался спортом. За малейшее нарушение бандитской дисциплины жестоко карал. Когда один из его подручных, Алексей Трибунских, начал пьянствовать и потреблять наркотики, матрос вывез его в лес якобы на пикник и на глазах других бандитов устроил показательную казнь. Выстрелил в голову своему подчиненному. Среди очевидцев той показательной казни был и личный водитель матроса Сергей Фролов. Он до сих пор не понимает, за что расправились с его близким другом Алексеем Трибунских. Да, я присутствовал. Был при этом. То есть вы видели, как он погиб? Я в это время жарил шашлык, раздался выстрел, когда его убили. Выстрелил в Трибунского Бражникова? Я не видел, кто выстрелил. Да, я когда оглянулся, стоял, лежал Трибунских и стоял Бражников и рядом с ним Клевцов. Я задал всего лишь один вопрос. В чем дело? Мне сказали, занимайся лучше собой. Ты думай больше о себе, о своей семье. На тот момент я постарался, находясь в лесу, что вопросы, в принципе, задавать больше пока не стоит. Душегуб Бражников сам решал, кого, когда и где надо убить. Его никто не смел, да и не мог остановить. Пулю от матроса боялись получить даже ближайшие соратники по группировке. Правая рука матроса Александр Некрасов старался не конфликтовать со своим боссом. Такими вещами он вообще никогда не делился ни с кем. Что-то, если у него голову сбрело, только в его это голове было. Все это было в последний момент что-то. А чтобы заранее как там все это планировалось. Если бы, как говорится, все планировалось заранее, все это делалось, не было бы такого тут ужаса, как все описали. В отличие от своего главаря, Александр Некрасов с большим энтузиазмом участвовал во всех следственных действиях. Все, что знал о темных делишках матроса, рассказал и даже показал, где и как все происходило. Благодаря его показаниям, оперативникам областного ГУВД и тогда еще следователям прокуратуры стали известны новые подробности многих преступлений. По показаниям участников банды, Бражников требовал от них, как он это называл, каждый день работать, то есть собирать информацию о состоятельных людей, людях, где они живут, чем занимаются, возможные, скажем так, варианты нападения на них. Они врывались в дом, когда там находились хозяева. То есть у них не было таких вот преступлений, когда влезали, да, совершали кражи, когда никого нет. То есть они целенаправленно шли тогда, когда в доме есть люди, которые, скажем так, они были уверены, что им расскажут, где лежат ценности, потому что они их пытали, ну, и вплоть до того, что могли убить, если им не скажут. Матросу хотелось взять под свой контроль весь Воронеж, но ему мешали это сделать другие криминальные авторитеты города. Недолго думая, Бражников и его команда по очереди расправились со всеми конкурентами и их ближайшим окружением. Вот как это было. Вот на этом самом месте
практически в центре города участники банды совершили убийство известного воронежского криминального авторитета Пшеницына Владимира. Вот буквально на этом месте его расстреляли из автоматов на светофоре. Кто стрелял? Бражников. Я за рулем сидел. Из чего он стрелял? Из автомата. Какой? 5.45 от Калашникова. На этом месте в январе 2003 года было совершено покушение на криминального авторитета Паршина, в результате которого Паршин был ранен и также был смертельно ранен случайный, можно так сказать, оказавшись на этом месте, тренер детской хоккейной команды воронежской, который потом скончался. Паршин незадолго до этого на одних встреч и разборках между плотником и матросом высказался негативно в адрес матроса. Ну, почему? Поэтому и банда матроса решила убить Паршина. Как удалось установить следствию, правая рука матроса Александр Некрасов тоже участвовал в расправах над криминальными авторитетами-конкурентами. Так, от рук бригады Бражникова погиб лидер одной из воронежских ОПГ Сергей Джигерной. Да, здесь Джигерной не преследовал Некрасова, а Некрасов сработал на упреждение и из помпового ружья, из обреза помпового ружья, произвел 3 выстрела прямо в Джигерного. Здесь вот в этом дворе все это произошло. Ну, в принципе, здесь начался как раз именно отстрел друзей, знакомых. Ну, я вышел, и в это время как раз он подъезжал. Так. Подошел и выстрелил меня 3 раза. Когда вы подошли сюда, что у вас было с собой? Параллельно с отстрелом криминальных авторитетов гангстеры Бражникова занимались похищением местных предпринимателей и политиков. Депутат городского собрания Николай Черников попал в ловушку бандитов. Его автомобиль остановили на безлюдной трассе. Налетчики, переодетые в милицейскую форму, потребовали у Черникова деньги в обмен на свободу. Предпринимателю ничего не оставалось, как согласиться с требованиями. Подчиненные бизнесмена выплатили бандитам немалый выкуп за его жизнь. Частного врача Павла Кракова преступники подстерегли возле его дома. Мужчину ударили по голове, посадили в машину и увезли в лес. Там налетчики замучили Кракова пытками. Однако врач так и не сказал, где он хранил свои сбережения. Сына-то мне не вернут, отца детям не вернут. Мне вот 80 скоро, а они вот. И мать их воспитать сама не в состоянии в нашей стране. Ну что может обычный врач рядовой сделать? Под видом обычных покупателей люди-матросы приехали на дачу супругов Болотовых. На пороге вооруженные головорезы надели маски и ворвались в дом. Мужчину и женщину связали, их долго пытали. После того, как Болотовы все же рассказали, где хранят деньги, их бросили в подвал и заживо сожгли. Ну мы уходили, они были живы. Зачем, как говорится, убитым трупом положить надо матрас под них, чтобы им не жестко было, это же тоже смешно. Поэтому, когда их опускали, они были живы, как говорится, и здоровые. Я не маньяк, я никого не убивал. Во многих случаях бандиты забирали автомобили своих жертв. Отъехав от места преступления несколько километров, злоумышленники бросали угнанные машины, обливали бензином и поджигали их. Так они заметали следы и уничтожали улики. Автомобиль супругов Болотовых тоже найден в лесополосе, сожженным дотла.
Преступники не побоялись поднять руку и на бывшего начальника отдела по борьбе с бандитизмом центрально-черноземного РУБОПа Виктора Кусова. По данным следствия, главарь банды Бражников затаил обиду на отставного милиционера и устроил ему засаду на дороге. Несмотря на то, что в машине находились супруга и ребенок Кусова, матрос открыл шквальный огонь из автомата Калашникова. Как он организовал вас? Подъехал на автомашине Audi, который украл. Подсек машину, я остановился, двигатель заглох. Он вышел из автомашины и короткими очередями произвел серию выстрелов. В районе 26 выстрелов. Причинил ранение. Доставлен был в больницу, оперирован и выжил. К вооруженному нападению на дом депутата областной думы Сергея Лукина банда матроса готовилась основательно. Передвижение депутата-предпринимателя, а Лукин занимался еще и строительным бизнесом, тщательно отслеживались. За семьей тоже было установлено наблюдение. И вот однажды вечером по команде Бражникова на коттедж Лукина было совершено вооруженное нападение. На аллее увидел, скажем так, Бражникова Александр со своими двумя знакомыми, которые стояли возле аллеи на лавочке, на которой лежала спортивная сумка. Но они взяли какие-то оружие. Некрасов Александр взял из сумки автомат, они взяли пистолет, у меня с собой была металлическая труба. В дом депутата областной думы Сергея Лукина налетчики проникли просто. Они перелезли через забор и ворвались в особняк, когда в нем было полно гостей. Вооруженные гангстеры избили мужчин и женщин. Достался депутату Лукину, ему сломали ногу. Из сейфа бандиты забрали 70 тысяч долларов, 640 тысяч рублей, золото, драгоценности и мобильные телефоны. С места преступления люди матроса уехали на машине Лукина. Я когда зашел, здесь вот тоже лежали в коридоре люди. Какие люди здесь лежали? Тут, по-моему, три мужчины. Где три мужчины? Покажите, пожалуйста. Ну вот здесь вот в проходе коридор. Там в той комнате в дальней были женщины. Мы деньги забирали на втором этаже. Вы забирали? Нет. Кто забирал? Я точно не помню, по-моему, Бражник. Следствие и суд по делу банды матроса длились более 4 лет. Участников группировки обвинили почти по 20 статьям Уголовного кодекса. Сам Александр Бражников до последнего не признавал свою вину. Приговор, который судья зачитывал 7 часов, матрос выслушал не стоя, как положено, а сидя. А его сообщники демонстративно отказывались слушать судью и стучали ногами по металлическим решеткам. Организатор банды Александр Бражников и его правая рука Александр Некрасов были приговорены к пожизненному заключению. Однако, если бы закон позволял сложить сроки по всем статьям, то на каждого из них пришлось бы более чем по 200 лет тюрьмы. Другие участники банды матроса получили от 9 до 23 лет лишения свободы. Суд посчитал доказанную вину участников банды в 80 преступлениях, включая 11 убийств. Пенсионеры Изотовы на приговор банде матроса приехать не смогли. Эдуард Николаевич и его жена Юлия Васильевна никак не могут прийти в себя после нападения и жестоких пыток. Это нелюдь, звери. Также звери так не поступают. Да. Недостойно на нашей земле жить, я так считаю. Больше ничего не могу сказать. Таким мы видели дело матроса и его банды. Это был честный детектив из Воронежа. Выводы делать только вам.